checklist before take off. Flaps 10. Taxi landing lights. Курсант третьего курса Евгений Романин никогда не сомневался в том, что хочет связать свою жизнь с профессией пилота. Несмотря на то, что Евгений уверенно управляет тренажером, за штурвал реального самолета садится еще рано. Мечтал с детства еще быть пилотом. У меня отец был пилотом, и так получилось, что я все детство был окружен какими-то самолетами, модельками от самолетов, какими-то фильмами про авиацию, людьми, которые каким-либо боком касаются авиации. Ну, отец всячески поддерживал, помогал, то есть настраивал, наверное, на истинный путь. Люди, которые хотят чего-то достигнуть, для них нет сложности, они преодолевают их. Командир самолетной эскадрильи Александр Усов уже давно отслушал все лекции и отходил на уроки. Сейчас его стаж 13 тысяч часов. Кстати, за это время можно облететь вокруг Земли примерно 720 раз. Самое сложное в профессии, ну, наверное, быстро принимать грамотные решения. Ну, скажем так, нестандартных критических ситуациях. Когда, скажем, некоторые вещи не прописаны в наших руководящих документах. Ну, пусть больше читают, больше изучают, больше занимаются самоподготовкой. Валерий Альянов, преподаватель аэродинамики, напоминает, что профессия пилота – это не просто умение держаться за штурвал. Наши студенты занимаются и математикой, и технической механикой, и физкультурой. Короче говоря, весь этот процесс в комплексе готовит пилота, так сказать, в полной мере. Если вам кажется, что вы идеальная кандидатура на роль пилота, но снова учить математику не хочется, то есть альтернативный путь. Один из красноярских аэродромов обучает на пилотов-любителей, а там и до профессионала недалеко. Нужно лишь отлетать определенное количество часов. В принципе, любой, у кого нет противопоказаний медицинского характера. Если вы приобретаете квалификацию частного пилота или пилота сверхлегкого воздушного судна, что чуть более просто, тогда получается, назовем это так, дополнительным образованием. Если вы будете пилотировать какой-нибудь корпоративный частный самолет или свой собственный, или заарендованный, то можете со свидетельством пилота-любителя выполнять полеты в принципе и за рубежом. Первый полет был совершен в 1903 году братьями Райт, которые, конечно, не имели удостоверения пилотов. Как и курсанты Евгения Романова, их подтолкнуло только желание быть ближе к небу. Теперь, благодаря братьям, в данную секунду небо бороздят примерно 7 тысяч самолетов, один из которых через несколько лет будет управлять и Евгений Романин.